визит Керри в целом, визит в Москву, нужно оценивать с нескольких точек зрения. Я думаю, его не нужно недооценивать, но и не нужно переоценивать его эффект. И здесь два принципиальных момента. Американцы в проведении своей внешней политики жестко исходят из собственного понимания своих национальных интересов. Поэтому ожидать, что переговоры, пусть и четырехчасовые или даже двухдневные, могут привести к изменению взгляда на вещи, взгляда на мир, конечно, очень сложно. Другое дело, что сложилась, в общем-то, ненормальная ситуация, когда дипломатические контакты между двумя странами, которые играют очень значительную роль в мировой политике, оказались фактически нарушенными. Поэтому сложная, нестабильная, запутанная ситуация в мире, конечно, требует того, чтобы, по крайней мере, контакты осуществлялись регулярно и на достаточно высоком уровне. В этом смысле визит Керри и вот череда тех визитов, которые имели место за последнее время, они, на мой взгляд, знаменуют прохождение некоего периода в российско-американских отношениях, который был вызван тем, что, с одной стороны, произошел, у американцев возник, так сказать, некий шок от тех изменений в российской внешней политике, от резкой активизации внешней политики России, которая имела место за последние, так сказать, несколько лет. А с другой стороны, коллизии, которые возникли в отношениях между двумя странами, они привели действительно к серьезным противоречиям уже в конкретных точках на конкретной вот карте мира. Поэтому был период, когда американцы не хотели воспринимать позицию России в целом, то есть они отрицали ее однозначно, и, соответственно, это вело к тому, что за периодом серьезного охлаждения, за периодом санкций, шел некий период, так сказать, просто отсутствия контактов де-факто. Но мир меняется, они, так сказать, вынуждены были эту позицию принять и пытаются оптимизировать, так сказать, систему взаимоотношений между двумя странами, что вовсе не означает, что они примут позицию России, они будут просто, так сказать, пытаться ее учитывать в рамках своих интересов.